Всем привет! Ну вот уже пару дней как произошла эвакуация. У меня здесь как после погрома. Пусто. Да, эта теплица, конечно, только для нашего климата. Она не держит очень тепло в холода. Ну а когда жара, которая, кстати, у нас бывает очень редко, нагревается она просто безумно. Сейчас давайте посмотрим, что у нас сейчас. Сейчас раннее утро. Так, чтобы видно было. Максимальная температура, видите, 46,5. Вот такие вот дела. 46,5 немножко высоковато. Но сейчас, при том, что у нас на улице 30-33, у нас удивительно теплые ночи. 17-18, никогда таких не было, поэтому как-то я так спокойно отнеслась. Если есть место, ну, конечно, сейчас все здесь напичкано. Но это всего лишь еще 2 дня. Котлы я вынесла еще раньше. Немножко, они более такие, что выдерживает невысокие температуры ночные, которые у нас 12-13. Сейчас, я думаю, им совсем хорошо. Фаленопсисы, вот линденай зацветает. Фаленопсисы я тоже вынесла на улицу, в доме места им нет. Вот они, красавцы, стоят. Вот тут вот в корзинке подвешены. Да, мое яблочное дерево стало орхидейным деревом. Даже не знаю, насколько видно. Тут яблони не видно. Здесь одни сплошные орхидеи. Это у меня северная стена. Здесь вот моя старушка из Иргиль уже расцвела. Кто помнит, это очень старая лаванда. Сейчас примостили мы к ней цимбидиум. И вот она красиво так цветет в орхидеях. Из того, что цветет, вот это такой вот сорняк красивый. Даже не знаю, как называется. И приобрели мы в этом году клематис, наконец-то, который, мне кажется, все-таки жизнеустойчивый. Вот он, такая одна ведь. И сейчас он распускается. Ой, будет красиво. Так, блочники мои здесь. В принципе, эта решетка была для клематиса. Ну и, как видите, пригодилась. А здесь мои вот эти холодостойки уже давно отдыхают. Маздывалия желтая, но она очень быстро теряет желтый цвет. Передержала я их под дождем. До середины лета были дожди, без укрытия. Она пожелтела. Я думала, что желтые листья высохнут, отпадут. А нет, она возвращает сейчас зеленый цвет. Так, сакахилусы здесь стоят. Ну и пришлось здесь вот мастить фаленопсисы. Вот они, мои хорошие. Вон там вот белина на окраине. Ну, вешала фаленопсисы где могла. Уж много их у меня. Корзинки мои сразу отреагировали на улице, закукливают корни свои. Ну, еще очередная адаптация. Так, это чтобы показать, что интересного. Вот какой интерес. А вот какой тройной интерес. Висят такие мои блочники в лаванде. Так, идемте дальше. Фаленопсисы стоят здесь. Здесь у них переменное солнце. И другие орхидеи прикрывают, и яблоня. Тесновато, да. Ну, давайте прогуляемся по моему участку.
фукция еще сказочная моя цветет, хотя уже ягоды висят. Замечательный куст, всегда такой праздничный. Ой, елка, он какая огромная растет, хотя это не елка. Так, что вот такие, которые путешественники тут у меня. Я их прячу от солнца. Все забываю заносить на ночь. Уже несколько ночей у меня мои виоласии здесь гуляют. Ну, как я говорила, 18 градусов ночью, не так уж и страшно. Вот такие вот росты они мне вырастили. Такие большие листья, большие росты. Ну, у нас солнца не было до поллета. А стояли они на западном окне, поэтому не хватало им света. Хотя, вот видите, одна виоласия дала мне чехол. Хотя, вроде бы, она должна цвести без чехла. Когда-то я сделаю по ним обзор. Вот мои добкины. Я еще не знаю, насколько будет замечательное цветение. Здесь у меня, конечно, и муравьи, и улитки могут быть, и кузнечики. Уже видела одного. Гидрантелла совсем моя не хочет цвести в этом году. Красавец. У нас экстремальное количество из-за этих дождей улиток, слизней. Да. Здесь стояли мои амариллисы, и они просто не имели никаких шансов выжить. Их съели полностью улитки, слизни. Тут я утром ходила, такой большой слизень, но уже мы его не найдем. А здесь, на этом кусте, просто съезд каких-то улиток разных рас, полов и ориентаций. Вот такие вот тут улитки, огромное количество по сравнению с прошлым годом. Сейчас еще только утро, не знаю сколько, 6, может уже чуть больше. Ой, тут конечно печаль на моем мини-огороде, ничего не растет. Ну, такой год. Здесь на хозблоке тоже примостились и даже фаленопсисы. Вот что здесь интересного. Интересного вот есть. Даяна будет цвести. Ванда здесь у меня в утреннем солнце. Хоя, наверное, наслаждается наконец-то ветром, прохладой. Так вот вешала везде. Даже тут у меня есть вот висячий сад. А тут у меня уже ожоговое отделение. Есть два пострадавших. Мой первый урожай сегодня утром собранный. Ну, вот так вот как-то потихоньку. Я наслаждаюсь этой жарой. В частном доме он не так чувствуется. Я так думаю, это для моих улиток как шведский стол. Приходи, выбирай, что хочешь. Конечно, в доме еще тоже. Ну, я бы не сказала, что все углы забиты. Но стандарты там притеснились. Такой вот орхидейный угол. Всем доброго утра!